Бывшая жена Федора Бондарчука после разрыва с режиссером не сидит в одиночестве. Светлана успела сменить уже двух возлюбленных и, по ее словам, несколько раз отклоняла предложение руки и сердца. Главный редактор журнала «Hello» признается, что пока не хочет связывать себя узами брака, зато не против проводит время с избранниками в романтических поездках. Так, на днях Светлана улетела на Бали вместе с Сергеем Харченко, являющимся директором проекта в студии дизайна Boston Space Design Co. Экс-жена режиссера начала встречаться с Харченко летом этого года. Ранее же она крутила роман с молодым фотографом Сергеем Табуновым. В соцсети Бондарчук уже опубликовала видео из Индонезии. В кадре журналистка прогуливается по берегу океана под песню Виктора Цоя «Алюминиевые огурцы» в исполнении Бориса Гребенщикова, а снимает ее, судя по всему, Сергей. Правда, на райский остров Светлана добиралась не без приключений. На выдаче багажа Бондарчук случайно взяла чужой чемодан. В итоге знаменитость на некоторое время осталась без части своих вещей, среди которых оказались и купальники, но, к счастью, ее багаж удалось довольно быстро вернуть, передает 7days.ru. К слову, 17 декабря Светлана отметила круглую дату, 50-летний юбилей. По этому случаю главный редактор журнала «Hello» решила подразнить подписчиков и разместила в соцсети фото в прозрачном коротком платье, под которым явственно просматриваются все ее формы.